июля 2017 года. 11 волонтеров из разных городов и стран приехали в Архангельскую область на 10 дней, чтобы помочь Кинозерскому национальному парку с благоустройством. Мы все абсолютно разные и никогда раньше не были знакомы друг с другом. Нас разместили в своих уютных домах жители села Поча. Вот, например, Терри, волонтер из Бельгии, отметил здесь, в Архангельской области, свой день рождения. Happy birthday to you. Который навсегда ему теперь запомнится. Терри раньше учился в цирковой студии и решил нам в свой день рождения показать свои умения. Из Испании участвует с нами в веселых играх, которые мы устраивали каждый вечер. Да! И актер тоже! И актер! Так, я человек? Да. I'm kind of, you know, inventions that all of us did and you did, you know? You saved me some purpose. Вика из Москвы приехала как координатор иностранных волонтеров и помогала всем нам преодолеть языковой барьер. Все хотят поработать. Основная идея, что все такие приехали сюда за работой, и готовы, и вообще ни разу не ленивы, и все хотят видеть, как работают все дела. Поэтому я думаю, что нам может стоит поговорить с инструкторами. Ну, в принципе, завтра уже как-то более понятно, да, будет, что куда будет двигаться. По будням мы помогали Кинозерскому национальному парку. А в выходной день нам удалось насладиться русскими народными песнями местного коллектива под названием «Северяночка». А сейчас мы споем песню про, ну как, родной, ну, хоть поселок, но что-то все песни больше про деревню, деревня, родная деревня. Ну, мы... Все считают здесь. Ну, приезжие, да. Ну, как поселок у нас езжий. У нас все из разных. Из 24 деревень у нас поселок. Да. Но все равно как бы из ближних мест. Даже. Из ближних, да. Ближние деревни. Так что, ну, считаем, можно сказать, что здесь все отсюда родом. И мы песню споем. Мы из деревни родом. Игра. Я не умею. А мы не скрываем, что из деревни родом, что бегали по лужам мы в детстве босиком. За 10 километров в любую непогоду детьми ходили в школу туда-сюда пешком. За 10 километров в любую непогоду детьми ходили в школу туда-сюда пешком. А мы не скрываем, что родом, что деревянной ложкой хлебали супы щи.
бабушка с дедушкой тоже вот с Архангельской области, с Онеги. Вот. Очень люблю эти места, решила побывать у вас в парке, правильно, посмотреть правильно. Тоже ближние края оттуда. Ну, я, наверное, да. Что-то и сами поете, может, вы тоже что-нибудь поете? Вы знаете, я на самом деле особенно не пою, вот, но вот бабушка, дедушка все пели тоже в деревне, то есть тоже была такая традиция, очень любили. Ну, может, вместе с вами что-то вы хотите, чтобы вы знали, и мы знаем. А что мы знаем, какую песню? Я пользовалась синей самкой, и она... Потому что иностранных мы не поем. Только русские. Местные жители бабульки жили. Все так же, ну, вот так собирались, пели, еще по домам устраивали спектакли. Ну, в квартирах дети участвовали, огораживали. Эта комната была большая, вешали веревки просто не перегораживали. Разговаривали. Я помню, мы участвовали. Я вот не знаю, тут с детства у меня так спала, мы такую песню пели. У меня тетушка была, она чуть старше меня, вернее, есть чуть старше меня по возрасту, у нас всего сколько? 9 лет разница, но я была такая, она уже лет 15 ей было. Вот я помню, пели, вот Ерема стал тонуть, я там маленькая Фомаю, что-то вот, я вот такие, дальше уже не помню, уже с детства вот так вот наряжались все. Деревня-то вечерами нечего делать? Нечего было, телевизора не было, и все пели, это вообще замечательно. Не было ничего, не было. На районе все. Под конец эти песни нас так развеселили, что мы и сами пустились в пляс под веселые частушки. Готовилась ко всему, ну хотя бы вот даже к встрече. Мы никто не знал, что мы будем жить в семье. Ага, вот это, ага. Если бы нас предупредили, что мы будем жить вот так тесно общаться с вами, ну мы как-то бы по-другому подготовились. Да. Мы, наверное, все переживаются снова, чтобы не путалось. Татьяна, сотрудница Кинозерского национального парка, обучала нас премудростям ткачества на старинном ткацком станке 18 века. Получается перекрест основы, и там открывается зев. Чтобы продергивать челночок. Сейчас я вам покажу, так, коротко все это. Не, конечно, это пока еще все медленно получается. У пожилых людей оно все идет очень быстро. Так. Вставляем. Так, ножки на педали. Вот туда пропускаем челночок. Ногу не убираем с педали, опять пару раз этой ногой нажимаем и пару раз двигаем второй ногой. Вот, пожалуйста, вторая полоса. И так дальше продолжаем. Нитка заканчивается, можно рукой. А еще у нас состоялась экскурсия по ближайшим деревням, где нам удалось увидеть и восхититься деревянными церквями русского севера. Небеса у нас на Кинозере очень распространены. На балансе парка находится 17 комплектов небес. Не все установлены в часовнях. Большая коллекция находится в рукленном амбаре, мы ее тоже увидим. Ну и сами небеса, они являются неким прообразом красивых мозаик, фресок, больших каменных храмов. Дело в том, что наши кинозерские крестьяне часто занимались обходничеством. То есть они уезжали в крупные города на заработки. И когда они в этих городах приходили в небольшие каменные церкви и видели расписные своды, видели фрески, мозаики, им это очень нравилось. И свои маленькие северные часовенки они тоже как-то хотели приблизить к этой красоте, поэтому они возвращались домой и украшали часовни вот такими вот небесами. В музее «Деревянная изба» в деревне Вершинина мы услышали оригинальную запись колыбельной песни, записанную местной жительницей. Ты высыпайся, стола и не ломайся, выспись и не ломайся, нам на белые на ручки не давайся. Это было очень полезное для нас лето. Мы все отлично отдохнули, с пользой провели время и сдружились. Надеемся приехать в Кинозерский национальный парк снова.
see.